Детская музыкальная школа Центропольского муниципального района, поселок Ирвас. В 1997 году в школе был создан вокальный ансамбль, который вырос в замечательный хор. Руководитель Ольга Алексеевна Купряхина, концертмейстер Елена Миралиевна Плоткина. В 2012 году коллектив стал победителем конкурса школьных хоров среди сельских школ. В основе репертуара классические произведения, обработки народных песен, каноны. Хор участвует во всех событиях школы и поселка, выступает в санатории «Марциальные воды», проводит концерты в Доме сестринского ухода для ветеранов, пожилых людей и инвалидов. Александр Гречанинов, слова Белоусова, «Пришла весна». Литовская народная песня «Ива на горе». Музыкальная обработка Чурлёниса. Михаил Ипполитов Иванов. Слова Кина Таманори. «Цвет вишни». Музыка и слова Льва Хайтовича. Музыкальные картинки. Хор «Жемчужина», поселок Гирвас. Thank you.
Слава!